Отчитавшись в сентябре о готовности к отопительному сезону на 99%, местная власть в этом же сентябре начала капитальный ремонт теплосетей в Глебовском. Видимо, один недоработанный процент – это и есть поселок, в котором порядка 50 многоквартирных домов, и которые перекопали вдоль и поперек только к середине сентября. 13 сентября глава округа обратилась к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам. Не по делу все это. Когда будут дорожки нормальные, когда будут все это? Теплотрасса в поселке действительно старая, конца 60-х годов. Трубы несут тепло и горячую воду не только в многоквартирные дома, но и в детские сады, школу, дом культуры, поликлинику, спортивный центр. В этом году планируется заменить 7 отрезков тепловых сетей общей протяженностью 3,2 километра в однотрубном исчислении. Ради таких перемен можно и потерпеть раскопки и грязь. Сложнее жить промозглой осенью без отопления и горячей воды. В начале недели, когда резко похолодало, жители некоторых домов по улице Микрорайон вообще остались без отопления, а некоторые и без горячей воды. В 41-м сын живет, у них холодно. К середине недели отопление и горячая вода вроде бы появились. Тепло ли у вас в квартире? Ну, я даже не могу, как вам сказать. Ну, батарея чуть теплая. Те, кто живет на 9-х этажах, по-прежнему говорят, что батареи холодные и горячую воду сложно назвать горячей. А вечером в четверг в соцсетях появилась информация, что в связи с аварийной ситуацией при ремонте теплосетей дома 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 101, 102 попали под длительное ограничение подачи горячей воды. А температура воздуха, между тем, неумолимо ползет вниз. Конечно, теплотрассу надо менять в начале лета. Тем более было время, когда отключали горячую воду. А вот этот фонтан с крыши на улице Октябрьской никак не связан с ремонтом теплотрассы. Такие затопительные мероприятия в начале отопительного сезона, по словам представителей управляющей компании, ликвидируют завоздушивание системы. Дом на улице Октябрьская, 59, как нас заверили, подключен к отоплению, как и все близлежащие дома. Но тепло ли в домах? Холодно. А вы на каком этаже живете? Вот на втором этаже живем. И весь дом холодный. И весь дом холодный. Да. Но отопление вообще запущено в доме? Запущено. Но вот когда воздух спускают, тогда есть. А когда не спускают, то нет отопления. А прошлой зимой как было? Ну, у нас каждый год такая проблема. Нет. А сколько в квартире температура? Градусов 16. У нас обогреватели не выключаются с 1 числа. Холодно очень. Батарея вообще улица. Улица. Получается, главный вопрос остается открытым. Почему, если согласно отчетам, округ был готов к отопительному сезону еще в сентябре на 99%, в октябре жителям снова нужно терпеть, ждать, надеяться и верить. Что касается ремонта теплотрассы, то даже реальных сроков окончания работ люди не знают. Паспорт объекта относится совершенно к другому адресу. Елена Айошина, Иван Масалев, Истра, РФ.